Честные выборы. Руководство партии «Единая Россия» не нашло нарушений в подготовке к праймерис в городе Екатеринбурге. Комиссия из Москвы приехала в город после жалоб некоторых кандидатов. Они заявили, что предварительное голосование в регионе может быть непрозрачным, но наблюдатели ничего криминального не нашли. Те коллеги, которые приезжали из Центрального исполкома партии, еще раз убедиться, что мы все делаем абсолютно правильно, абсолютно открыто, это подтвердили. Хорошую прививку мы тут все вместе получили. Конкуренция у нас высокая, но прививка заключается в том, я настаиваю и буду за этим внимательно с товарищами следить, чтобы все шло в рамках соблюдения закона, в рамках товарищеских отношений. Напомню, партия готовится к выборам в городскую думу. Они пройдут уже 9 сентября. Но прежде кандидаты поучаствуют в предварительном голосовании праймерис. Туда заявились уже 200 человек. Они опробуют свои силы в дебатах и предвыборной гонке уже в июне. У победителей этого этапа есть большой шанс выиграть и основные выборы. А значит, войти в состав городской думы, которая решает важнейшие проблемы горожан, связанные с благоустройством, строительством и развитием Екатеринбурга, а также утверждением бюджета.